Добрый день, меня зовут Денис Гуськов, я бренд-шеф Cool Clever. От наших дорогих подписчиков приходит вопрос, как приготовить вкусный и наваристый борщ. Перед приготовлением борща посмотрите, что готовится дольше. В данный момент это варка мяса молодого бычка. Ставим его на плиту, заливаем водой и варим примерно 2 часа. Пока варится у нас мясо, подготовим заправку для борща. Свеклу нарезаем тонкой соломкой, слегка обжариваем на растительном масле, доливаем водички и продолжаем тушить на протяжении 40-50 минут. Нарезаем капусту, лук и морковку тонкой соломкой, картошку нарезаем бруском. Наше мясо закипело, снимаем пену для того, чтобы бульон был более прозрачным. Через 30 минут после тушения свеклы добавляем туда лук, морковку, нарезанную соломкой, и продолжаем тушить около 20 минут. В обжаренные овощи добавляем специи. Это нужно для того, чтобы специи раскрыли полностью свой вкус. Перемешиваем, добавляем томатную пасту, уксус, воду и тушим 10-15 минут. Заправка для борща заняла у меня более часа, но есть маленький секрет. В Cool Clever есть замечательная заправка для борща с чистым составом. Она полностью повторяет то, что у нас на сковородке. Наше мясо готово, и пока оно будет остужаться, мы будем готовить основу нашего борща. Бульон от варки мяса будет основой нашего борща. Мы его перед этим процедим. В наш бульон я добавляю немного концентрированного говяжьего бульона для более насыщенного и яркого вкуса. Что в первую очередь класть в кипящий бульон? Если мы используем молодую капусту, то в первую очередь мы положим картошку. Когда картошка почти готова, добавляем туда нарезанное мясо, нашу заправку для борща, специи и зелень с чесноком. Обязательно дайте настояться борщу минут 20, тогда раскроется полный аромат и вкусоматика всех продуктов, входящих в него. По традиции к борщу подаем сметану и хлеб бородинский из пекарни Мясновка.